По традиции, вот уже 8-й год подряд, 23 августа в Украине отмечается День государственного флага. Прошли праздничные мероприятия в нашем городе. Центральным событием стала торжественная церемония, которая была проведена на площади Победы. В ней приняли участие представители городских и районных властей, воинских частей и трудовых коллективов. Присутствующих поздравили с государственным праздником первый заместитель Измаильского городского головы Сергей Павлухин и исполняющий обязанности председателя Измаильской райгосадминистрации Петр Хаджиков. Государственный флаг – главный символ нашей страны, история и будущее украинского государства, воплощение идеи национального единства, важнейший атрибут суверенитета и независимости Отечества. Волей народа флаг стал духовной святыней, которая отражает вековые традиции, нравственные ценности, лучшие качества и черты характера украинцев. А затем воины-пограничники внесли на площадь огромный флаг, водрузили его на флагшток возле здания Измаильского горсовета и под звуки государственного гимна подняли его. Мероприятие получилось коротким, но торжественным и зрелищным. Так, наверное, и надо учить молодежь патриотизму. Игорь Огнев, веб-студия «Курьер».